Ладно, пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиэма сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос, как до него добраться? В смысле? Я сняла это с камер наружного наблюдения. Посмотри, крепость Теодора появилась посреди Юниона. Но она окружена колоссальной стеной огня. Черт, через такое мне не пробраться. Думаю, есть один способ. Я нашла у Лиэма одно устройство. Оно должно помочь. Отлично. Давай посмотрим. Оно еще не совсем готово. Надо кое-что поднастроить. Ладно. Делай, что считаешь нужным. Помнится, тут рядом был отель. Пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришлю тебе координаты. Приноси туда устройство. Ладно. До встречи. Такс, что тут? Глава 13, твердыня. Пройдите через остатки Юниона и доберитесь до отеля в деловом квартале. Автомат. Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Штурмовая винтовка. Для этого автоматического оружия используются стандартные винтовочные патроны. Она мощная, но быстро расходует боеприпас. Так, что у нас еще здесь? Новенького. Кофейку выпить. Ну и сохраниться. Так, отправиться в отель нам нужно. Так, что у нас здесь? А, нам сюда, наверное, и надо. Пройдите через остатки Юниона и доберитесь до отеля. Правильно же, да? Выход на почту. Отель, по-моему, там, где почта. Оп. Это нам получается из убежища. Наоборот, обратно в убежище уйти. Так, где-то он здесь у нас. Здесь, по-моему. Угу, так и есть. Так. Все, больше ничего нету. Так,
И да, кстати, давайте выберем наш старый добрый... Оп. Наш старый добрый револьвер. Что у нас вообще с патронами? Здесь два... Здесь два. Да что это? Р. Вот так. Тут всякие вкусности. Баночка с красным гелем, отлично. А еще аптечка. Вот аптечка, это хорошо. Оп. Запал взяли. Так, что же у нас здесь Черт. Творится? Это и впрямь крепость. Что там происходит, Себастьян? Темп просто в разнос пошла. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты и половины не знаешь. То есть, ты с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. И держи меня в курсе, ладно? Мне нужно знать, что там происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Так. Бутылочки. Берем. Ух ты, там огнеметчик. Он там всех без разбора фигачит. Пускай он там справляется сам с ними. Блин, интересно, его мочить так же долго, как и Анила? Или Анил был просто как босс, поэтому столько времени пришлось с ним сражаться? Потому что хотелось бы... Так, это тут так до сих пор закрыто. Воу! Так, 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 загорелся. Ух ты! Ай! Вот, вот. О! Прости меня, отец! Я потерял его! Прими его пламя! Готов! Так. Фу. Жесть. Тебе не укрыться от своих грехов. Не, ладно тебе.
Так тебе. Такс. А теперь у нас патронов ноль. Давайте-ка. Давайте. Так. Ух ты. 5 штук можно. Взрывных. 2 электрических. Так, обычный. Один. Ну ладно. Один так один. Давайте еще. Бум. В затылок. И он победит нас! Да блин. Быстрей. Куда ты убежал-то? Эх, я сейчас с тобой не закончил, слышишь? Так, еще один. Еще живой. Да ну тебя. Его пламя поглотит твое тело. Так, так, так. Правда, смысл я это сделал бессмысленно. Такс. Где бы взять патрон? Вот чё он стоит там и это жгёт. Ты сгоришь! Где же ты? Я тут. У нас еще есть 7 патронов в этом пистолете. Отлично. Ну и где ты? Блин. Этого нельзя, нельзя делать этого. Так, и 3 патрона, еще одно пистолете у нас осталось. Фу. Да, вот в этом. Похоже, его столько же мочить по времени, блин. Прости меня, жесть, отец, короче. Я потерял его. Так, что у нас еще? В этих пусто.
сегодня поплатит твое тело! Так, сделать мы ничего не можем. Ничего. Здесь тоже у нас ничего. Блин. Давайте добежим до туда, посмотрим. Патроны есть какие? Порох. Блин, у вас-то еще не хватало тут. Так. Один патрон для снайперской. Ладно. Так, я не понял. Я сделал один патрон. А, для штурмовой винтовки. Тихо, тихо. У нас же есть еще штурмовая винтовка. Чё я парюсь-то? Я и забыл про нее совсем. Баллон с горючим для огнемета. Огнемет, с которого сняты эти баллоны, не подлежат ремонту. Двух таких баллонов хватит, чтобы начать использовать огнемет, на котором только баллоны и были повреждены. Вот чего мне не хватало. Почти все собрал. В смысле, почти все? Еще что-то? Еще баллоны надо. Точно. Блин. Как говорится, рано радовался. Так, ну ладно. Так, 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 так. Нам нужно вот сюда. Так, подсумок. Сумок у нас где? Вот здесь. Так, это у нас не залезешь все равно. Слишком жирный. Блин. Согненные ходят.
Так. Сумок. Отлично, теперь валим. Он еще прутся. Привлек их внимание. Ох. Может попробовать обойти. А, сюда нельзя, да? Прорываться бегом. Ты будешь очищен. Ух ты! А пламя тебя поглотит! Так, извините, но я не готов с тобой. Так. Так, а как же, блин, вот эти-то открывать? Так, ладно, кофе. Резонанс еще. Подсумок до штурмовой винтовки. Понятно, он на улице. Ждет, стоит, блин. Ну и как мне теперь выйти? Выпусти. Разрушено, не пройти. Там у нас огнеметчик. Две штуки этих огнеметчиков еще. Блин, как бы замутить-то это?
там замычал так близко? А? От сумок. Он победит нас! Давай ты беги, беги. Так. Совсем в другую сторону бежим. Да, думаю, сложновато будет без огнемета, но добыть его тоже сложно. В отеле чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, отправляю координаты. Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ? К кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Так, поговорить с Юкико, чтобы начать путь к крепости Теодора. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь есть. Че это? Череп, какая-то голова, что ли? И все? Какой он щедрый. Два запала. Да, не густо. Так, какая-то кружка там блестит. Загадочная кружка. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше, но никак не можете вспомнить, где. Понятно. Так, что у нас еще здесь? Наверху, может, что-нибудь появилось? Наверху ничего. Ну, давайте отправимся. Зеркало. О, да ладно, я бегу, ищу тут. Патрон для дробовика. Дневник Хоффман. Почерк на первый взгляд совершенно нечитаемый, но сосредоточившись, можно разобрать запись. Превращение Лайма... Лиама было ужасным, хотя и завораживающим. Это было далеко за гранью обычного нейро
лингвистического программирования. Слова Теодора не просто убедили Лиама в чем-то, они изменили его физически. Теперь понятно, почему Теодор рвется контролировать STEM. Это усилит его и без того невероятную способность влиять на людей, то, на что он способен. Себастьян намного сильнее Лиама, как личность, но он до сих пор страдает от перенесенной травмы. Теодор наверняка попытается применить новые способности, чтобы сломить Себастьяна. Я надеюсь, что у того хватит сил выстоять. Так, давайте к Татьяне сходим. У нас, по-моему, слайд есть, да? Угу. Кидман? Да, Себастьян. О чем ты думаешь? О Лиле. Все, что здесь творится, происходит из-за нее. Все хотят заполучить ее. Как будто она предмет, трофей. А на самом деле она и есть жертва. Бедняжка даже не знает, что это такое жить обычной жизнью. После стольких лет в Мёбиусе. Осталось ли в ней что-то детское? Она по-прежнему славная, милая девочка. Надеюсь на это. У нее украли детство. Она даже не успела пойти в школу. Найти друзей. Никаких праздников и дней рождения. Мне жутко думать о том, что она вынесла. Лили всегда была умницей. Наблюдательной, смышленой. Она умела так смотреть на тебя, что становилось очевидно. Она все понимает. Не только то, что ты говоришь, но и то, что ты чувствуешь. Я всегда знал, что она особенная. Но думал, что это мне кажется, ведь она моя дочь. Лили правда особенная. Ее нашли и выбрали из-за выдающихся результатов по типовым тестам. Я продолжаю говорить о ней в прошедшем времени, потому что все еще не верю, что она жива. И здесь, внутри. Все так и есть. Но чтобы заново с ней познакомиться, тебе для начала придется ее спасти. Я помогу тебе. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Немного еще понадобится. Мне патроны нужны, аптечки нужны, геля побольше. Так, 13 000 у нас. Я смотрю, вам снова нужна моя помощь. Ключей 0. Так, и 13 000. Что мы можем? Такс. Восстановление сил. Максимальный показатель выносливости. Что мы там где-то видели же? Увеличивает состояние здоровья, восстановлено состояние близкого к смерти. Что-то еще же. Давайте. Вот это. Вот это. Сейчас сделаем так. Так. Там 9 патронов всего. Штурмовой винтовки. Ну ладно.
9 так 9. Так, 1230 у нас. Давайте мы дробовик добьем. А, добить не получится. Ладно. Пистолет. Ну давайте. Так. Так. Что? Перезарядим дробовик. Так, снайперки у нас нету. Патронов. Давайте поставим штурмовую винтовку. Болт. Ты готов, Себастьян? Да, ладно, я готов. Хоффман, давай начнем. Хорошо. Иди первый. Нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали. Че за пистолет показал, который без патронов? Работает! Главное, оставайся внутри сферы. Пошли! За огня ничего не видно. Просто следи за тварями и иди за мной. Я знаю, куда идти. Защитите, Хоффман. Один прорывается. Разберусь. Что, с первого патрона вынес, что ли? Еще один. Берегись, Хоффман. Это ты меня береги. Прекрасно. Они повсюду. Сранится. Ё-моё. Так, одну голову потерял. Да что? Скорее, Себастьян! Я не знаю, сколько еще эта штука продержится! Да чё за фигня-то? Ничего хорошего.
Главное, чтобы с огнеметом не прибежал. Это будет фиаско. Не останавливайся! Мы почти у цели! Постой! Со стабилизатором что-то не так! Ну, началось, блин. Попробую! Прикрой меня! Воу! Бастьян! Ты живой? Нифига он мне там вынес, блин. Все нормально! Пошли! Пронесло! Я же говорил, он хороший. Может повернуть! Ни черта. О. Сожалеешь, что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили. Да хотя бы останавливалась, чтобы я взял патроны. Так что нет, не жалею. Патроны для аптечки, чтобы я взял. Как танк, блин, прёт. Чтоб тебя. Да хватит. Что, давай, нечистая. Черт, кожу жжет. Надо как-то продать. Сколько еще идти-то? Еще идти. Десять патронов. Где? Перезаряжай, перезаряжай. Да дури! Погоди! Там дурит мне что-то. Очень жарко. Ты что-то в нее-то встрел. Давай, ты чини быстрее. Получилось! Надо уходить. Давай, сейчас скажи, я их задержу.
как вы любите. Почти у цели! Все. Юкика больше нет с нами. Хоффман! Беги! Посмотри! Хоффман! Нет! Все, всех потеряли.